Красноярского метро еще нет, а оно уже стало поставщиком громких уголовных дел и одной из главных достопримечательностей. Экскурсии в подземку чуть ли не каждый месяц проводит губернатор Михаил Катюков, естественно, для столичных гостей. Сегодня строительный котлован осмотрел и Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации. Чиновнику показали, как идет работа на месте будущей станции метротрама улицы Шахтеров. Вместе с главой края Михаилом Катюковым они спустились на 12 метров в новый монтажный котлован. Рабочие закончили монтировать его накануне. В основание уложили почти 1000 кубометров армированного бетона и забили 501 сваю. Также метростроители продолжают собирать по частям Екатерину. Это тоннелепроходческий механизированный комплекс. А Екатерина должна будет пробурить тоннель длиной более 3 километров до следующей станции на улице Карла Маркса. Первые элементы, технологические тележки и локомотив уже спущены в котлован. Бурение начнут в декабре. На этот процесс уйдет чуть больше года. Заярцы работают, в основном сибиряки или заярцы. Но это важно. Люди ехали домой специально, чтобы родному городу построить долгожданный объект. Ответственность, понимаете, да, это президентское поручение. Прямое поручение, как и газификация. Газификация. Конкретно, конечно, завершить в 26-м году.